Всем привет, с вами Полли. У меня вот такая большая тяжелая посылочка. Сейчас мы откроем и посмотрим, что там внутри. Это товары для творчества, я могу сказать. Моего. У нас творчеством в таком количестве и объеме занимаюсь только я дома. Уже видно, что это ДВП, довольно больших размеров, порезанное, готовое для того, чтобы наклеивать холст и рисовать картины. В общем, сейчас мы это берем. Нету никаких адресов, только откуда, из Чернигова приехал ко мне этот пакет или эта посылка. В общем, груз. Доставили мне этот груз из Чернигова. Сейчас берем. Тяжело. Она вообще тяжелая. Потому что ДВП весит немало, я вам могу сказать. Вот разные вот размеры. Сейчас вам скажу, какие. Так, 30 на 40. Сколько тут? 4 штуки. Хороший размерчик, 30 на 40. И 40 на 50. Раз, два. Две штуки. Ну, потому что они тоже сейчас подорожали. И я взяла для двух, ну, таких относительно больших картин. 40 на 50. Почему не беру больше? Объясню. Потому что, оказывается, сейчас ограничение по размеру на почте. И больше 70 сантиметров нельзя. Я это узнала, когда отсылали мне посылку. То есть, если я буду даже рисовать 50 на 70, то вы же понимаете, что кроме самой картины еще будет упаковка, и я в эти габариты просто не войду. Поэтому 40 на 50, вот сейчас у меня максимальный такой размер. Но он тоже довольно внушительный и довольно хороший. Вот так. Но это, как вы понимаете, еще не все. Я, конечно, не стала бы заказывать всего лишь 6 листов ДВП. Сейчас я их подвину. И у меня есть еще одна посылка. Мне просто мою посылку разделили на две части. И вот еще одна часть. Сейчас откроем. Тут тоже ДВП должно быть, разумеется. Только других размеров и в другом количестве. Тоже тяжелая посылка. Мне сын помог все это принести с почты. Потому что мы когда ходим, мы как-то по ходу пьесы еще скупляемся и тащим кучу сумок. Вот. Сейчас, секундочку, это все срежу. Тяжелая, вот это особенно тяжелая. Ой, сейчас откроем, посмотрим. Накладная, мы ее читать не будем. А здесь много разных, ой, тяжелых ДВП. Трудно даже двумя руками поднимать, не то что одной. Вот, смотрите, какие.
13 на 18. Вот тут сколько-то штук. Наверное, 6. И... А, это еще не все. 15 на 20. 2, 4, 6, 8, 10, наверное, 11. Ну, не знаю, наверное, по-моему, я для того, чтобы круглую сумму заплатить, я взяла 11 штук. А здесь размер 20 на 30. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 штук, 20 на 30. За вот эти все с большими кусками ДВП я заплатила 500 гривен и 120 гривен доставка. Вот такая сейчас цена на ДВП, но мне это все нужно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, заказываете ли вы ДВП и что вы на нем рисуете, что вы с ним делаете. Всем привет, с вами Полли. У меня вот такая маленькая посылочка. Мы сейчас ее откроем. Посмотрим. Я предполагаю, что внутри. Наверное, тут кисточки. Ну-ка. Угу. Надо разрезать. Так, ладно, сейчас. Я просто тут со всех сторон адреса записаны. Закручивают. Можно одно так. Так, сейчас откроем. Я уже близка к цели. Так, это кисточки для акварели. Сейчас вам покажу. Значит, вот это, наверное, самое тоненькое. Это как лайнер. Такие вот кисточки. Тоненькое, да? Видно. Вот это, по идее, чуть-чуть толще. Ну да, ну примерно такая же, тоже тоненькая, такая классненькая. Вот так, и белая вот такая с этим, с петелькой можно вешать. Я могу сказать, что коричневых у меня еще не было, а белая есть. Я вам сейчас ее покажу, я уже ее рисую. И я взяла еще одну белую. Вот такую кисточку я уже покупала, большую. Она чуть-чуть лезет, конечно, но она очень классная. Она у меня висит. И когда нужно, я ей работаю. То есть она, конечно, намного больше, но даже ей получается очень тоненько, красиво рисовать и удобно. Так что я могу сказать, что если вам будут попадаться такие кисточки, но мне они нравятся, я вам рекомендую. Я не знаю, что за фирма. Вот. Мне просто попался продавец, который, как я думаю, распродает остатки магазина. Я взяла одну кисточку на пробу, что называется. Вот. И решила тоненькие еще заказать. Потому что он продавал с небольшой скидкой. И кисточки мне, конечно, нужны. Сейчас я постараюсь убрать. Ну, уберу потом вот эту клейку. Вот. Так что я вам рекомендую тоже не забывать подкупать хорошие качественные кисточки. Вот, наверное, вот это название фирмы BQN. Как-то BQN, как-то так. Но может быть это что-то другое здесь написано. А белые, ну, наверное, тоже. Здесь вообще по-китайски. Но они хорошие. Здесь хорошая щетина, она качественная, эта кисточка. Реально хорошая. У меня вот такая посылочка маленькая. Сейчас мы с вами откроем ее и посмотрим, что же там внутри. Так, здесь всего два товара. Я купила
еще вот такие петельки. Я забрала все, которые у них появились в наличии. Вот такие вот. Видите, они хорошо клеются, крепятся. Я уже попробовала. Сейчас я вам даже, может быть, покажу. Вот приклеенная петелька, она держится. Ну, клеила на такой клей, я его случайно там нашла, купила. Называется... Название я вам сейчас не скажу, я не вспомню, но это клей, именно который клеит там разные такие резиновые изделия, металлические. Вот, так что петельки мне необходимы. А эти петельки я тоже взяла. Я попробую, может быть, тоже что-то с ними сделать. Они, по-моему, пластиковые. Вот такие вот петельки. Тоже взяла все, которые были в наличии. Их на самом деле очень мало в продаже. Почему-то там, где я как бы покупаю. Это я покупала на Розетке. Это тоже. То есть все, что было, я забрала у них. Ну, мне это пригодится, потому что рисую я много, и мне нужно как-то развешивать картины, ну, чтобы не рамы на каждую картину как бы заказывать сразу, потому что довольно затратно. Картин на самом деле много. А буду пока клеить вот такие петельки. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!